В столице сегодня прошел забег отважных. Для его участников Парк Победы стал настоящей полосой препятствий. Стартовали более 1000 человек. Эта приключенческая гонка, которая стала уже традицией, вызывает неподдельный интерес среди любителей здорового образа жизни. Дистанция отважных ждала непростая. Среди прочего, нужно было по понтонной переправе перейти реку и не задеть шипы колючей проволоки. А самое сложное для меня это было, это лабиринт. А что самое легкое? Самое легкое – это по шинам. Мы каждый год уже на протяжении 3 лет ездим, участвуем с самых пеленок, можно сказать. Это очень классное мероприятие, очень круто, всем детям нравится. Очень-очень позитивно, очень много эмоций. Чувствую себя победителем 1-го места. Прибежит сейчас мой брат, он тоже может стать на 1-е место. Это традиционный уже забег. И в предыдущем был, и в этом году этот забег посвящается преддверии Дня Победы, вот именно посвящается этому празднику, на котором участники забега могут, так сказать, отдать дань уважения нашим предкам, которые ценой своей жизни завоевали нам свободу. Без приза не остался ни один стартовавший. Каждый участник забега отважных получил памятную медаль и заряд бодрости.